Девочки, я сходила. Сейчас пойду фотографироваться на паспорт. Сфоткаюсь. Я просто кушать захотела. Надо сытой фотографироваться на паспорт. Примета есть такая. Понимаете? Чтобы сфоткаться на паспорт, надо быть сытым. Голодным фотографироваться нельзя. Че ты там шикаешь? А? Как будто что-то... Так вот. Они завтра на дистанционку уходят. У них там старшеклассники экзамены какие-то пишут. Ну, на один день, наверное. Я не знаю. В МФЦ у нас в городе сидит одна принцесса, которая сливает персональные данные. Представляете? Месяц ее вычисляли там. Вычислили. С работой она, наверное, скорее всего, попрощается. Сейчас либо писать заявление на нее, либо я не знаю как. Вот такие вот дела. Передавала данные другим третьим лицам. В общем, там написано как-то по грамотному, я не пойму. В своих интересах, короче. Все. Игра игрой, как говорится. Правильно же? Надо рамки маленько знать. Деловуша сидит там. А я съездила в этот, переделала на мартовскую поэту. На март уже придет на мою фамилию. На март. Придет на мою. Здесь я просто не успела. Уже пропечатали. Ну, насчитали. Сейчас мне надо про домофон узнать. Про домофон. Куда домофоном-то? Как куда бежать-то? Мне же надо интернетику позвонить. Сказать, отсюда вы снимать туда интернет-точку, получается. Или точку там делать. Они же съехали, убрали точку. А я еще спросила, у вас есть? Она говорит, да, есть. Я не знаю, обычно вроде ведь оставляют, как-то переписываешь на себя и все. Я не знаю. Там сейчас нету. Или отсюда туда надо сейчас точку вести, или как там делается это. Хрен его знает, я вообще не понимаю в этом. Надо позвонить ему, спросить. Или они мне вторую точку там сделают. Хрен его знает. Я не знаю. В чем фотка здесь там, блин? Белая наливают или что? А фотка все равно, наверное, будет черно-белая. Нет? Чая. Туплю, блин. Тупой, как паровоз я. Без прицепа.
Обалдеть. Они просто роют под человека, хотят что-то нарыть. Такое, видать. Думаю, что-то они такую информацию нарывают. И потом в комментариях где-то пишут, обсуждать. Уличить меня получается как-то в чем-то. Я не могу понять, для чего это делается. Уличить, или как, знаете, написать человеку, как будто и показать, что мы-то вот это знаем. Или как? Так я ни от кого ничего не скрывала. И чё? К чему только это, я не могу понять. Улечивают или как? Показать мне, что вы что-то знаете? Так мне плевать. Я ничего такого не это. Мне насрать. Что вы там чего знаете? По идее-то. Зачем где-то ходить, ковырять, копать себе на хребет, получается. И мне потом писать это в комментариях. А что у тебя вот так, а почему у тебя вот это? А кого это нахер вообще должно волновать? По идее. Или вы какие-то от меня ждете, получается, оправдания, что ли? С чего ради-то? Вот так он. А если ты сидишь, как говорится, работаешь на какой-то работе, ты должна была знать, что можно делать, а что нельзя. Они такие тупые все, думают, что никто ничего не узнает. Я вообще охереваю просто. Перец пятую штуку съела. Язык горит. Поеду за фоткою. Кружки там куплю белые. Должны же быть они там в продаже. Извините, пожалуйста. Я не думала, что оно так получится прям. Я не знаю. Офигенно. Это грандиозная была отрыжка. С закрытым ртом придачу. Это вообще финиш. Кружки-то они же там должны продавать. Тарелки там, кружки. Вот. На тарелку хочу на дно сделать эту физиономию этой с форелью, которая буду есть и стреть на нее форель. Делать мне надо, сделать. Срочняк мне надо сделать. Я же добрая девочка. Прекрасно. В зубе все застряло. Стол с утра не вытирала. Потому что я же поела с вами-то. Я пошла подремонькала 1.5 часа. Мне дорогой позвонил. Мы поболтали туда-сюда. Я думала, что я заболела. Что-то меня трясет временами. Холодно. И плечо отваливается. Вот. Потом поехала я по делам. Съездила по делам. Тете Свете не звонила. Тете Свете не заходила. Надо позвонить сегодня срочно. Вот поэтому надо делу мне с ней посоветоваться. Вот. И по домофону. Я же ей не позвонила, я уснула. Я же, зараза, ёпарасоте, все забыла. Так, это мне надо выложить. Документы. Паспорт. Первая страничка порвалась, я ей показала, как она порвалась по шву. Вот так. Да, говорит, меня надо 1500 поменять паспорт. То, что порвано, наверное. Поэтому, я не знаю. Наверное, поэтому. Завтра пойду, уже документы сдам быстренько. Вот.
Ой, это что, у меня еще другая есть? У меня такие вкусные есть, девочки. Вообще, улет. Вот это вообще улет. Ой, да там тоже еще есть. Вот это вообще улетные. Я знаете, сколько ему уже пользуюсь? Полгода, наверное. Это вообще улетишь нахер. Тебя не найдут вообще нигде. Даже если МЧС вызывать будут, они только по запаху определить смогут где-то. Это вообще, я даже не знаю, как они называются, мне подарили. Это я вообще, я просто офигеваю вот над этим. Знаете, у меня коробочка, по-моему, не сохранилась. Если бы коробочка сохранилась, я бы их нашла из-под земли, вот такие духи еще. Я бы даже подарила кому-нибудь из вас их, чтобы вы сами почувствовали этот аромат. Там такой аромат. Вот сладенький такой, прям такой со шлейфом таким небольшим, прям. Ай, какой вкусный, ёпарасота. Я знаю слово шлейф. После духов-то вот это шлейф. Пройдешь и так, улет вообще. Я тащу себе духов. Я на себя пудель колонны всегда брызгаю. Я здесь брызгаю, в садике уже, говорят, все, она выдвинулась. Максут, одевайся. Девушка должна быть вкусно пахнуть. Понятно. Чай с эмоцией, вонять не будешь, да? Ладно, я пошла.